Выставками изделий ручной работы в Индии никого не удивишь. Однако это же все-таки особенное. Все эти вещи выполнены руками людей с ограниченными физическими возможностями. Кто-то из них не может слышать, кто-то говорить. Здесь и картины, и различные поделки, украшения, мягкие игрушки, традиционная одежда, сумки и прочее. Всего принимают участие более 100 человек. Думаю, это замечательная коллекция. Нужно вдохновлять людей делать больше таких вещей. Помогать проводить выставки такого рода – моя социальная ответственность. Я полностью симпатизирую этим людям. Я тронут стараниями, которые они приложили для подготовки этой выставки. Нужно почаще такое организовывать. Для многих участников подобной экспозиции – единственная возможность представить свои изделия широкой публике.